В Десногорске началось исполнение предписания главного санитарного врача по Смоленской области об обязательной вакцинации отдельных групп населения. 8 июля коллектив медработников посетил МУП ККП для проведения общей вакцинации рабочего персонала. С введением обязательной вакцинации на некоторых предприятиях сделать прививку стало доступнее и быстрее. Теперь получить препарат можно, не отрываясь от производства. Для этого в МСЧ организованы мобильные бригады, выезжающие прямо в организацию. На данный момент у нас уже есть сотрудники, которые уже привились. Ну, будем массово прививаться, будем соблюдать все постановления, все указы губернатора. Чтобы вакцинировать почти полсотни человек, мобильной бригаде медиков понадобилось чуть больше часа. Перед уколом опрос о самочувствии и осмотр пациента. Давление, температура, хронические заболевания и аллергия. Сама процедура проходит быстро и безболезненно. Также после укола чувствуют себя большинство привитых. Прививку переносит хорошо большинство населения, то есть может наблюдаться небольшая температура, легкое недомогание, сонливость. Так в основном большинство тоже переносит бессимптомно. Пока сотрудники коммунальной службы получили первый компонент спутника ВИ. Через 21 день их ждет повторная прививка, а пока необходимо соблюдать ряд простых правил. После прививки рекомендуется не мочить прививку 3 дня, исключить баню, алкоголь, активную физическую нагрузку. То есть никаких дач, дома, отдых, покой, чтобы был. По словам специалистов, чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо привить 60% населения. Оперативно организуя доступные пункты вакцинации, Десногорск уверенно движется к достижению этого показателя. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.